Владельцы этого имени обладают ярко выраженной индивидуальностью, глубокой проницательностью и независимыми оригинальными суждениями. Они мало интересуются делам окружающих, больше концентрируясь на своих собственных. Владельцы этого имени стремятся к истине и отличаются целеустремленностью. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Они уверены в себе и эгоистичны. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. У них прекрасная интуиция, развитая способность к мистицизму. Они наделены даром исцелять душу и тело, обладают способностью к самопожертвованию, но одновременно могут жестоко поступить, оправдывая себя высшими соображениями. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.